Нет, пока еще есть, давай. Поехали? Да. Момент еще, можно сначала? Что-то не подходит. Давай вообще пойди. Во, вот так просто. А где Егор? Вышел? Его уволили. Прям с утра. В смысле? Как вы... В смысле, за что? За недостойное поведение. Кто-то накапал, что он пришел на работу пьяным, пристает к сотрудницам. Ну, правда, это чушь какая-то. Чушь не чушь. Вот приказ. Уже после того, за что, уже пошло хорошо. Ну, вы очень сильно придумали себе все и пытались этому соответствовать. Так говоря, эмоции, так сказать, вы остались в голове, не дошли до чувства, ощущения. Поэтому играем. То, что называется наигрыш. Наигрыш – это когда мы остались в голове. Да? Я вашу голову считала. То есть мне было понятно, что вы играете, да? Но вы что? Не спустили это в себя. То есть осталось как мыслеформа. В облаке пока, да? Вот попробуйте еще раз в паре, у вас уже очень все хорошо, вы просто повторите. Заодно посмотрим, как у вас будет работать. А где Егор? Вышел? Его уволили. Прямо с утра. То есть... Выходите плак. Выходите плак. Он иронию играет. Он просто иронизирует. Стебает? Он иронизирует над тем, что он плачет. Ну, что это такого? Я иронию вижу здесь. Слышу, даже не вижу, а чувствую. Нет, вы вот сейчас определитесь, вы хотите плакать или нет? Его же уволили. Нет, вы хотите сыграть что-то. То есть да. Вы хотите это сделать, да? Ну сами вы плакать хотите. Могу. Можете, хорошо. Когда мы плачем, это или жалость к себе, или ощущение полной несправедливости, которая все равно идет к жалости к себе. Да? Когда вы плачете по поводу другого человека, да, вы просто переносите на себя и все равно плачете о том, что из-за жалости к себе. Конечно. Но вот вы себя и должны пожалеть. Почему вы хотите себя пожалеть? Ну... Потому что ну не может такого быть, что он к сотрудницам приставал. Вот? Он к нему приставал. Вот и все. Поэтому и к сотрудницам к нему приставал. Мой и только мой, да? Потому что у вас внутри стоит «я хочу сейчас заплакать». А почему я сейчас хочу заплакать? То есть почему я вдруг решил себя пожалеть? Вот сейчас вспомните состояние, когда вы плакали. На самом деле, когда-нибудь есть, может, где-то не знаю, когда вы плакали последний раз. Попробуйте именно почувствовать, где у вас что-то свернуло. Ага, правильно. А что там вот?